И снова об Александре Сергеевиче Пушкине. По словам другого классика Федора Михайловича Достоевского, не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов. Гений Пушкина поистине огромен. Спустя почти два века его произведения продолжают поражать, очаровывать читателей своей красотой и безыскусственностью. Для тверичан же Пушкин – значительная фигура в истории родного края, с которым солнце русской поэзии тесно связывали не только факты личной биографии, но и творчества. Сегодня по всей стране отмечаются сразу два праздника – День русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Наша съемочная группа решила выяснить, что значит Пушкин для жителей Твери и какой вклад, по их мнению, он сделал для русского языка. Пушкина считают основоположником русского, современного русского языка, так как он впервые начал писать в своих произведениях вот исконно русскими словами и, как можно сказать, объединил и высокий русский, и простой русский, на котором говорили, ну, крестьяне. Также поделились тверичане и интересными фактами про Пушкина. Он был хорошим боксером, он первый выписывал даже журналы о боксе. Также забавный факт, он отращивал ноготь на мизинце, чтобы его пальцы выглядели больше. Он носил с собой 16-килограммовую трость. Он был заядлым игроком в карты, очень любил играть в них и проигрывал все свои состояния. Иногда даже играл на свои будущие сочинения или уже написанные. У него было много женщин, только я не знаю, сколько, конечно, точно, но вроде бы где-то 130. И, конечно, в этот день не обошлось без декламирования стихов любимого поэта. «Подруга дней моих суровых, голубка да дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня». Сегодня все те, кто с трепетом относится к своему родному языку и гению Пушкина, приняли участие в праздничных мероприятиях, состоявшихся по всей Тверской области.